Честь офицера и преданность отчизне. Сегодня в стране отмечают День Героев Отечества. Праздник объединяет героев России, Советского Союза, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В городском округе Люберцы сейчас проживают два героя Российской Федерации. Одного из них поздравили в стенах администрации. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы вас приветствуем. Сегодня же у нас праздник, День Героев. О полетах он мечтал с детства. И долгий, кропотливый путь принес свои результаты. Владимир Шушунов испытал более 50 типов самолетов, проверил 108 различных единиц техники, вооружения и систем управления. Звание Героя Российской Федерации летчику-испытателю присвоили в 1998 году за мужество и героизм, проявленные при испытаниях. Это показывает, что так совсем неожиданно. То есть, конечно, сам я никогда не думал, что вот я хочу, то есть, естественно, желание у всех есть. Ситуации были разные, там было и горел, и падал. Но горжусь тем, что я не бросил, всегда приводил и приходили вместе. Машина, она как человек, у нее душа есть. Среди испытанных летчиком самолетов широко известные модификации МиГ-29. О своем пути в неформальной беседе полковник рассказал главе округа. Владимир Дмитриевич и сегодня не оставляет любимое дело. Он активно продолжает летно-испытательную работу на должности заместителя главного конструктора предприятия МиГ. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.